чего мы не откликаемся? Я думал, ты уехала. Слушай, я хотел... Эй, ты уже 2 дня у меня живешь, а я даже не знаю твоего имени. Слышишь, так как тебя зовут, а? Лия меня зовут. Лия, что за имя такое? Мама назвала. Наталья, значит. А, Наташа. Наталья. Ненавижу это имя. Лучше просто Лия. Лия, я хотел с тобой поговорить. Елец опять приходил. Куда? Сюда? Я с ним по домофону разговаривала. А. И что? Он сказал, что ты... Что ты ему отдать меня согласился. Вот об этом-то я и хотел с тобой поговорить. Значит, верно он сказал? У меня сегодня был разговор на эту тему с одним человеком. Отдашь, да? Тебя в карты проиграли. Я тебе говорила, меня на кон поставили. Значит, я вещь? Вещь, да? Что, мне прямо сейчас уходить? Или ты меня из рук в руки договорился передать? Да никому не договаривалась тебя передать. Значит так, ты останешься здесь, в этой квартире. Если на меня твои друзья снова выйдут, я скажу, что ты уехала. А потом что-нибудь придумаю. Не будут же они тебя всю жизнь искать. Спасибо. Что? Ты что, ты с ума сошла, что ли? А чего? Ты мне нравишься. Ты с самого начала понравился. Очень. И я тебе нравлюсь. Я вижу. Разве нет? Да, дело не в этом. А в чем? Подожди. Что? Ну, во-первых, у меня есть невеста. А во-вторых, впрочем, во-первых, вполне достаточно. И ты ее любишь? Да, конечно, ну, наверное, да. А она тебя? Думаю, тоже, да. Ну, а как по-другому? И свадьба скоро? Надеюсь. Ну, тогда, конечно, прости. Но все равно спасибо. Не за что. На здоровье. Надо с собакой погулять. Иди, коль надо. Да. Я пойду. Пойду. А я тебе ужин погрею. Фантик! Помыться не дадут. Ты уже спала с ним, а? Спала? Это не твое дело, ясно? Ах, не мое дело. Так кто это и что здесь происходит? Это он? Hello, командор. Кто этот человек и как он сюда попал? Я впустила. Зачем ты его впустила? Ну, он позвонил, и я и впустила. Это же Карлсон. Да хоть Буратино, что этот человек делает в моей квартире? Я же говорю, я впустила. Его убить хотят. Ладно, ты помолчи,
Хорошо? А ты не быкуй. Чего ты сразу быкуешь? Давай спокойно сядем, посидим, обговорим, обсудим. Не надо пены. Так нечего мне с тобой обсуждать, пошел вон. Ты это, не борзей. Пошел вон, или мне полицию вызвать? Никит, ну как же ты не понимаешь? Ну все, ладно, тихо, тихо. Хорошо, я свалю. Но она пойдет со мной. Вот она как раз никуда с тобой не пойдет. Извини, командор, но, по-моему, она сама этого хочет. Ты действительно хочешь с ним уйти? Ну, скажи ему, скажи. Не понял. Ты что, меня бросишь? Вот так вот просто возьмешь и бросишь? И это после всего, что я для тебя сделал? Так все, давай вали отсюда. Чего-чего? Мне валить? Ладно, я свалю. Только ты подумай хорошенько, а? Девочка моя, ты же меня любишь, и я же это знаю. Ты вспомни, вспомни, как нам, как хорошо было вместе. Ну, вспомни. А? Я тебя на улочке подожду. Никит, ты верни его, пожалуйста, слышишь? Да с какой стати я должен его возвращать? Он кто такой? А? Это он тебя в карты проиграл? Вот. И ты еще с ним разговаривала? Так ведь убьют же его. Как же ты не понимаешь, убьют. Если я убегу, точно убьют. Ну, убьют, и что? Как? Ведь не собака он, человек. Собаку и ту жалко. Жалко? А он тебя пожалел, когда на кон ставил? Он вообще кто тебе? Муж. Бывший. Муж? А вы что, с ним в ЗАГС ходили или в церковь? Жили. Просто. А, ну тогда он такой же муж, как и я, солист Большого театра. И сколько вы так жили? Просто? 2 года. Ты 2 года жила с этим Колобком? Он Карлсон. Да мне плевать, кто он. Как ты вообще могла жить 2 года с этим ничтожеством? Любила. Любила? И что, может быть, и сейчас любишь, да? Нет, сейчас не люблю. Он же меня предал. Как можно любить, когда тебя предают? Вот оно. Предал. Дошло наконец, видишь? Он тебя предал. Ты хочешь, что о нем беспокоишься-то, а? Ну, если я его не люблю, ты что, мне теперь смерти ему желать? Ты ведь не злой, Никитушка. Я знаю, ты добрый. Я? И ты это знаешь. Хорошо, только вот не надо меня обнимать. Почему? Ну, я тебе вчера уже объяснял. Пусть Карлсон гад. Ну, неужели ты его подыхать одного оставишь? Его же из-за нас убьют, Никит. Ну. Что я могу сделать? Ты поговори с ним. Ну, чего тебе стоит? Ради меня, пожалуйста. О чем мне с ним разговаривать? А он тебе сам все скажет. А ты там решай, как знаешь. Ну, я позову его. Ну, давай позову.
зови. Правда? Да, только давай быстро, пока я не передумал. Я пока с Фантиком погуляю. Слышь, командор, у тебя выпить есть что? А не рановато? Нормально, в самый раз. Водка, виски, коньяк. Вискаря давай. Короче, то, что меня на пику поставят, мне до фонаря. Девочка моя от меня уходит, похоже. А без нее мне как-то все слева. Я же, когда ее подобрал, я же думал, она работать у меня будет. А потом нифига не смог, прикинь, при себе оставил. Работать у тебя? Ну да. У меня модельное агентство. Ну, это только крыша, понял, да? Не совсем. Ты даешь. Девочки у меня. Эскорт, услуги, интим-салоны. Ну, в общем, харя-баря. Бизнес мой, так, понятней. То есть Лея должна была у тебя работать, да? Да ну нет, ну говорю же, нет. Нет, ну была вначале такая мыслишка, а потом нет, ну нет. Да ну ты что? Я когда в первый раз ее увидел на вокзале. Она ж сюда приехала и из деревни своей в институт поступать. Ну, не поступила, провалилась. А я гляжу, она мечется туда-сюда, туда-сюда. Смотрю, фигурка подходящая, личико, глазище. Голодная, испуганная, домой возвращаться не хочет. Ну, я накормил ее, привез к себе. Ты с ней спал? Твое какое дело? Даже если спал, лучше не говори мне. Почему? Потому что я тебя убью, чувак. Убьешь, сядешь. При такой жизни у меня два пути. Либо на зону, либо на тот свет. А если девочка моя ко мне не вернется, все остальное туфта. Туфта! Я жениться на ней хочу. Прикинь, да? Слушай, если ты весь из себя такой влюбленный, что ж ты на нее в карты стал играть, а? Да. Бес попутал. Нарылся я в тот вечер, понимаешь? Я до таких соплей нарылся, что... Чувак, я вообще не играю, тем более с Виктором Павловичем. А тут как накрыло. Проиграл все, все, что было, проиграл. А он, слышь, говорит мне такой... А ты, говорит, поставь свою девочку на кон. Прикинь? Ну, он видел ее пару раз со мной. А чего, говорит, поставь. Выиграешь, и девочка при тебе останется, и все остальное. Проиграешь. Я тебе весь долг спешу и только девочку себе возьму. Козел старый. А у меня в тот вечер чердак слабо соображал. Ну, снесло мне чердак. Ну и все, я повелся. Слышь? Плесни-ка еще. Слушай, если тебе надо, иди плесни сам. И вот еще что. Давай-ка ближе к делу. Я скоро на работу. Мне тут Лия рассказала, что ты навыдумывал. Это что это я выдумал? Ну, что, типа ты ее прятать здесь собираешься. Допустим. Лажа. Лажа полная, чувачок. Полная лажа. Ты же ж в этом ни хрена не шаришь.
Тебя же пасти будут. Ты же даже знать об этом не будешь. Шифроваться же ты не умеешь. Вот. Спалишься. А Виктор Палыч так ищет, куда там прокуратуре. И что дальше? Вот. Я соорудил две ксивы. Имена, фамилии. Фальшак. Если мы сейчас Лией отсюда уйдем, вечером будем в Финке. А там на самолеты тю-тю. Зароемся в такую дыру, ни одна собака не найдет. Слушай, чувачок, ну у тебя же здесь квартира, бизнес. А мне, кроме нее, в этой жизни больше никто не нужен. А? Ну, что? Не уверен, что она с тобой поедет. Да поедет. Она поедет. Она же жалостливая. Может, и не захочет, а поедет. Хорошо, тогда другой вопрос. Почему ты думаешь, что тебя не пасут? Ну, даже если так, ее-то они в любом случае не тронут. Не тронут. Отвезут ее к этому... Виктор Павловичу? Ты этого хочешь? Ну что, пес, скажи, все будет хорошо? Во что вы там играли? Бура, очко, девятка? Покер. Правда, в покер? Правда, в покер, не в очко. Он что, жульничает? Нет. Так что нет, он не жульничает. Он в авторитете, ему не положено. Так может мне с ним сыграть? Ну ты что, ты совсем больной? Ты же отмороженный на всю катушку. Вообще ни хрена не боишься? Ну вообще-то я в Оксфорде был чемпионом по спортивному покеру. Да засунь свое чемпионство себе в Оксфорд! Ты у Виктора Павловича не выиграешь. У Виктора Павловича никто никогда не выигрывал. Насколько я знаю. Оксфорд! Поговори с ним. Скажи, я хочу твой долг отыграть. Она тебе так сильно нравится, да? Ты мне не нравишься. А. И Виктор Павлович твой мне тоже не нравится. А. Это не я вас должен бояться, это вы меня должны бояться. Иди, договаривайся. А ты борзый, чувачок. Здравствуй, не разбудил? Чего молчишь? Ну как, ты успокоилась? Нет, не успокоилась. Кися, кися, и вообще, кися, не звони мне. Моя. Когда захочу, сама тебе позвоню. Если, конечно же, захочу. Доброе утро. Привет. Чего это ты вскочила, ни свет, ни заря? Не спится. Угу. И вообще, почему я должна себе завтрак сама готовить? Где твоё снура относит? А у нее еще рабочий день не начался. И к тому же, откуда она могла знать, что ты так рано поднимешься? Слушай, приготовь мне кофе, а? Через полчаса мне нужно выбегать. А. С кем ты так сурово по телефону? Ни с кем. Ага. А с настроением что? Какая муха укусила? Навозная. Понимаю. Ухажер какой-нибудь? Папа, нет у меня никаких ухажеров. А крестник мой, Никита? А при чем здесь Никита? Девочка моя, что ты мне сказки рассказываешь?
Думаешь, я не видел, как вы с ним в гляделки играете? Видел, я все вижу. А может, уже не только в гляделки? Папа! Что, папа? Ты знаешь меня? Как я к этому отношусь? Ой, смотри, не дай бог узнай, что ты с кем-то там глупостями занимаешься. О, спасибо. Скажи, я могу хоть раз позавтракать без нотаций? Безусловно. Приятного аппетита. Ты посмотри, какой день сегодня. Ах, боже ты мой. Ах, спасибо. Так что у тебя с Никитой? Ничего. Ну и хорошо. Так-то лучше. А то завел себе бабу какую-то. Какую бабу? Ну, откуда я знаю? Ну, какую-то. И меня в историю втянул. А что так встрепенулась? Если у тебя с ним ничего. Ничего, а кто про бабу тебе сказал? Сказали. Ой, а теперь я должен еще и его проблемы решать. Ну, ничего, разберемся. Слушай, ну принеси мне молочка. Сам возьми, я тебе не прислуга. А ты куда? Спать. Ты ведь только встала. А я еще не ложилась. Брысь отсюда. Привет, дорогая. Как дела на новом месте? Нравится? Светуль, ты что ли? Я что ли? Ой. Ну, нормалек, осваиваюсь. Как там поживает наш общезнакомый? Ты имеешь в виду Никиту Васильевича? Да, конечно. Именно его имею в виду. Да ничего, он нормально поживает. У нас через 15 минут совещание. С кем? С бабой его совещание? Светуль. Ну, с какой бабой? Да о чем? Та, которая Никиты Васильевича баба. Горелова. Или ты не знаешь, что эта сволочь шалаву себе какую-то нашел? Свет, ей-богу, я вообще ничего не знаю. А это думаю, чего он мне вчера домой себе не пустил? Унитаз у него поломался. Да чтоб ты... Утоп в этом своем унитазе, засранец. Ну, чего притихло? Язык отсох. Подруги мы с тобой или кто? Да. Ну, конечно, подруги, Светочка, конечно, подруги. Но я честно, ну... Ну, чтоб я сдохла, я вообще ничего не слышала об этом. Я тебе обещаю, я постараюсь тут все разузнать. Да, разузнай. Только не задерживайся. Задержки, они знаешь, к чему приводят, подруга. Смешно. Офигеть. Все вы котяры блудливые. Пошел вот. Ну, боже мой, что вы делаете? Готовлю. Да вы с ума сошли. Вы ж все испортили. Зачем вы меня забежаете? Я ничего не портила. Да? А вот это что? Шоршики. Что? Шоршики. Милая моя, во-первых, вот это клюцки. Ну, называйте как хотите, а моя тетка их всегда шоршиками называет. Во-вторых, я просила вас присмотреть за супом, пока я буду убирать квартиру. Только присмотреть. Понимаете? Я поняла. Просто я когда в кастрюльку заглянула, там же только вода, да картошка с морковкой. Это не вода, это бульон. Ну, пусть бульон, какая разница? Ну, кто ж такое есть будет? Это ж жидкота одна. А шуршиками сытость на целый день. Там же ничего такого, там яйцо, соль да мука. Я знаю, как готовить клёцки. Ну вот я и приготовила. А вы не могли предположить, что Никита Васильевич их не любит? А чего же этого не любить? Я даже не знаю, как быть. Вылить кастрюлю супа,
Да вы что? Зачем же выливать? А затем, что Никита Васильевич этот суп есть не будет. Будет. Не будет? Будет. Милая, уж я лучше знаю его вкус, поверьте мне. Ну, вы не переживайте. Я его уговорю. Ну, разве что. Ну, Клавдия Евгеньевна, миленькая, ну не забежайтесь. Не о. Что? Не обижайтесь. Впрочем, да делайте, что хотите. Теперь уже все равно. Ну, лады, пузик. Ты подвисни тут пока, а я пойду Виктор Павловичу доложусь. Ты скажи только, что… Я скажу, ты не дергайся, а там как карта ляжет. Да, да, нет, нет. Да, да. Повиси пока на вешалке. Вернусь, все узнаешь. Нет, здрасте. Надо играть. Так ведь дело-то чистое, Виктор Павлович. Саша Боголюбов расстроится. Ну и что с того? Его пацанчик сам нарывается. Он, если верить этому Карлсону, такой жирный кусок. Виктор Павлович, не наказывать таких – это грех. Деньги меня мало интересуют, как ты понимаешь. На деревянный клифт я уже заработал. Девчонка и так моя. В чем тут интерес? Да не про ЛВ речь. Видел я этого пацанчика. Слишком уж он прямой. Он думает, если он Ельцу по Макитре настучал, то он уже все, выше всех. Поломать бы его надо. Да и люди не поймут, если вы откажетесь. Мои люди поймут. Мои люди понятливые. Ну так как же, Виктор Павлович? Подумаю. Ну, Виктор Павлович. Я подумаю. Там этот Карлсон в коридоре зависает. И что? Что мне ему сказать-то? Пусть погуляет, свежим воздухом подышит. Ему это только на пользу пойдет. Старичок. Здорово, заходи. Как дела? Нормально, присаживайся. Да некогда присаживаться, ждут уже все. М? Ждут, говорю, все. А. Посмотрел я документы, все нормально, есть какие-то мелочи, но… В общем, об этом поговорим на совещании, хорошо? Старичок, что с тобой? Ты нормально себя чувствуешь? Ну, да, нормально, а что? Да нет, ты мутный какой-то просто. Какой? Ну, мутный, знаешь, так говорят. В смысле, непрозрачный. А, ну, не знаю, может быть, есть немного. С чего вдруг? Присаживайся. Только, Лёва… Старичок, мог бы и не говорить. Не знаю, как начать, но… 3 дня назад я встретил девушку. Это отдельная история, но… В общем, она у меня дома осталась. Так у тебя роман, что ли? Ей просто негде жить, как оказалось. Ну и что дальше?
Не знаю, я... У меня все мысли о ней. Я когда рядом с ней, даже о свете забываю. Я вот прям не знаю, прям вот тянет вот к ней и все. Прям вот, вот такой вот компот. Ну, раз тянет, тогда дотянись. В смысле? Ну, во всех смыслах. Ну, подожди, а Света? Ну, старичок, это не мне решать. Ну да, да, я понимаю, просто мне даже поговорить здесь не с кем. Ты меня понимаешь? М? Извините, Никита Васильевич, все уже собрались. Угу. Спасибо. Да. Ну. Жанна Викторовна, спасибо. Можете идти. Угу. А, да. Вот, ну, прости, все забыли и... Уже забыл. Да. Ты в покер играешь? Ну, да. Могли бы сегодня поиграть. В покер? С чего это вдруг? Я же говорю, ты какой-то мутный. А, все, закрыли тему. Пошли. Да? Hello, чувачок, это я. Секунду. Лев, слушай, ты иди, я тебя попозже догоню, ладно? Она? Нет, я разберусь. Не сомневаюсь. Ага. Слушаю. Все по масти, короче. Виктор Палыч готов с тобой сыграть. Ты-то сам не передумал? Нет. Чё-чё? Нет, не передумал. А, слушай, может быть, ты знаешь какое-нибудь местечко, где можно в карты сыграть, поразмяться? Значит, на 15-м километре при выезде из города есть путевая хаза. Там всегда можно пошпилить. Скажешь от меня. Спасибо. Лады, чувачок. Когда мы порешим тут что и как, я тебе звякну, жди. Угу. Хорошо. Здравствуй, Лёвушка. Виделись. Как дела? Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо. А что? Да так ничего, Масёльчик. Слушай, Лёвушка, это правда, что наш Никитос какую-то себе цыпочку завёл? А ты откуда знаешь? Говорят, Сладко, говорят. Лёвушка, люди. А еще говорят, что она вчера у него дома ночевала, да? Жанночка, передай, пожалуйста, своим людям, что никакой информации по этому поводу я не располагаю. Не располагаешь? Не располагаю. Отлично. Здравствуйте. Всем добрый день. Здрасте. Прошу прощения за опоздание. Жанна Викторовна. Да? Огласите, пожалуйста, повестку. Да. Приветик, это я. Ну что, подруга, провела я тут блиц-расследование. Даже не знаю, что тебе сказать. В каком смысле? Ну, с одной стороны, не хотелось тебя расстраивать. А с другой, смысл говорить неправду. Мы же подруги, да? Подруги, подруги. Говори как есть. Ну, в общем... У Горелова действительно появилась какая-то прихихи. Скотина. Сволочь. Да уж. Ну, насколько у них все серьезно, я тебе сказать не могу. Ну, может, так себе. Нашел какую-то приходящую для развлекашечки. Развлекашечки. Во всяком случае, то, что они встречались у него дома, это факт. Ладно. Я ему устрою развлекашечку. Забудет до конца жизни, каким местом развлекается. Урод. Ну, пока. Пока. Ха-ха-ха-ха!
боже, как вы меня напугали! Пойдемте! Куда? Я вам супчик налила. Ну, пожалуйста, только попробуйте. Благодарю, не хочу. Ну, Клавдия Евгеньевна, один только разик. Вот. Хотите, я на коленке перед вами стану? Вот уж увольте. Вот этого я точно не хочу. Еще добавляли? Сельдерейку, корень и травки, которые я там нашла. Угу. Неплохо. Спасибо. Здоровья. Очень даже неплохо. Но Никита Васильевич этого все равно есть не будет. Фантик, иди сюда. Иди. Знаешь, между прочим, тот тоже говорил, что Шанюшки есть не будет. А потом сам все съел. Все нормально? Да. Я просто жду звонка. А, ясно. Ну что, поехали тогда? Рома, а давай мы с тобой за город на часок сгоняем поужинать. Там один интересный клубешник есть. Никит Васильевич, что ты вас на экзотику вытянуло? То обедаете в Рапсодии, теперь ужинать по клубешникам. Рома, так что, едем? Есть контакт. Попробуем сейчас. Ты быстрее можешь? Могу, Никита Васильевич. Ром, гони. Ром, давай, 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 давай. Сейчас сделаем, Никита Васильевич. Держитесь. Отстали. А, первый раз. Рад видеть вас, ребятушки. Лейтенант Яровой, 2-й батальон ГИБДД. Ваши документы. Что случилось? Почему нарушаем? А вы не видели, что случилось, нет? Рома,
Никит Васильевич? Ничего не случилось. Виноваты, нарушили. Оформляйте. Ну что, Никита Васильевич, не догадываетесь, кто бы это мог быть? Нет. Сейчас. Видишь ли, мне должны были позвонить. Но почему-то так и не позвонили. Видимо, у них изменились планы. У кого это у них? Да так, не бери в голову. Да нет, Никита Васильевич, что-то вы темните. Может, я хоть до подъезда с вами прогуляюсь, а? Ром, уже поздно, езжай домой. Все в порядке. Давай до завтра. Езжай! Thank you.